Ну, мы решили, что Дед Мороз, короче говоря, не придет. Сегодня в отпуске, да, поэтому мамуля моя, дарю тебе книгу. Ютуб «Путь к успеху». Макар, кто это? Я не знаю. Николай Соболев. Кто это? Это ютубер наш. Ютубер? Да. Крутой ютубер? Очень крутой. А что? Ну, потом... Так, крутой, да? Ну, потом, значит, ты говоришь... Ты говоришь, что надо новый этот, как его, новый. И мы решили, что, короче говоря, штука будет, ты же стабилизатор под сомнение, да, ставишь? Я думаю, что все-таки снимать надо на хороший телефон. Это реально будет удобно, надо в этом разобраться. Мы, значит, берем вот такую селфи-палку. Ну, у нас это какое. И она же является и этим, как его. Как это называется-то, я забыл. Стабилизатор. Да какой стабилизатор? Ну, это не стабилизатор. На который ставят? Как его? Штатив. Штатив, ё-моё, вот. Ты, соответственно, ставишь телефон, ставишь вот так, и он стоит там, куда тебе нужно. Ты регулируешь. Ну, начнем с этого. Насчет стабилизатора, я думаю, что это вопрос, наверное, удобства. Все-таки мне сдается, что ты не будешь им пользоваться. Что механическим, что этим. Соответственно, можно и видеосъемку включать. С кнопки настроить. Короче говоря... Это штатив для телефона. Для телефона. Хороший такой приятный на ощупь. Коробочку тебе держу. Так. Все тебе. Ну, специально от YouTube. С тобой все. Это намек на телефон. С Новым годом, с намеком на телефон. Да, будет у нас время свободное. Мы съездим и купим телефон. Какой-то приличный, чтобы он хорошо снимал, чтобы тебе было удобно. Скажи бы еще раз кишку. Более 6 миллионов подписчиков. Да. Вот там тебе подскажут, что к чему, что делать. Что делать, опытные парни. Доброе утро. Вон сколько елок никому не нужных теперь после Нового года. И тут, и там. Просто бросили их, оставили и все. Гриша, мы выходим. Мы приехали на горку с мальчишками. Ну вы рюкзаки-то с собой, что ли, будете брать? Ребят. Это дает еще веса, и поэтому... А там телефоны у вас там? Да. Они разобьются об лёд? О, людей сколько. Не на попах есть, на ледянках, которым мне надо купить. Угу. Там очередь целая, да? Интересно. Интересно. Ничего, что-нибудь попробуем. Чуть не упала. Сегодня такой мелкий-мелкий снег идет. Поэтому так пасмурно как-то. Стемнело прям рано. Вот такие горки изо льда. Ой, чего вы? Я не мог снять ледянку, она сама по себе отступилась. Угу. А. Горки побежали. Ага. Были даже маленькие пути из стены. Ну идите, я вас сниму, давайте. Там очередь целая. Суровые мурманские ребятишки катаются на аттракционах. Ой,
очередь-то какая на горку-то на эту? Фонарики летают. Вот такие цветы цветут в Мурманске зимой. Сколько родителей с ребятишками. Не все вчера усиленно пили водку. Но стрельба была, конечно, как на фронте. Вот интересно, Макдональдс работает сегодня или нет? Сейчас я схожу, узнаю. Черепаха, лев на ней. Вон, мои уже скатились. Ой, снег прям повалил. Повалил. И горка там несется. Снег валит. Я подумала, это уже водичка. Водичка твоя в бутылке. Ну вот, пока ели, вроде и снег на улице перестал такой валить. Ну, пойдем опять на горку. Все бы хорошо, но там такая очередь. Пока прокатятся. Долго очень. Людей еще больше стало. Вот. Сегодня у бабушки Иры, у другой бабушки, день рождения. Вот мы купили ей подарок. Сейчас Егорка поедет ее поздравлять. Вот. Сколько мы... Бегом, бегом, бегом! Сколько мы дел сегодня успели сделать с мальчишками. На горке покатались, в Макдональдс сходили, бабе Ире подарок купили. Можно ехать домой отдыхать. Елочку снегом занесло, все игрушки в снегу. Мои дорогие, я хотела вас прям поименно поздравить, но как-то на улице везде народ. А у меня там на два листа больших написано. Дома у меня как-то
не наряжена, поэтому тоже особенной радости это не принесет. В общем, я подумала, может быть, я на Рождество найду место, где поснимать. Вот, а так... ничего не вижу. Вот. А пока я всех вас поздравляю с Новым годом. Счастья вам, здоровья, удачи вам всем, вашим детям, внукам, близким. Всех. Я вас очень люблю, уважаю и ценю. Пока-пока, мои хорошие.